букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Они всегда стремятся действовать. Звук Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Всегда стараются максимально облегчить жизнь своему окружению и в трудную минуту обязательно протянут руку помощи. Из-за своей неизменной привлекательности они зачастую дают своим партнерам повод для ревности, но, как правило, это безосновательно. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Люди, чье имя начинается с буквы Я, тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.